Здравствуйте, видео подготовлено сайтом online-gdz.net, глава 6, номер 5, чему вы научились? Выразите десятичной дробью А. 39%. Чтобы выразить проценты десятичной дроби, надо число, стоящее перед процентами, разделить на 100. А это равно 0,39. Б. 50%. 50 разделить на 100 будет 0,5. 0 можно откинуть. В. 6%. 6 разделить на 100 это будет 0,06. И Г. 230%. 230 разделить на 100 будет 2,3. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.